Друзья, всем привет! Ну, добрались мы теперь до работы, скажем так, элементной работы. Начнем с бампера, а продолжим уже все вместе с крылом и капотом. Потому что пока в помещении не хочу, мы будем тут ДП 40 валить через мокрый по мокрому, чтобы опыл попадал, потому что вытяжка не совсем полноценно нормальная. Сейчас обрабатываем элемент, поскольку он большой, из пистолета грунтом по пластику однокомпонентным. А потом через минут 10-15, ну мы посмотрим, сейчас полтора слоя кинем, как он подсыхает, потому что именно этим вот грунтом я не работал. Ну примерно так, 10 минут он должен высохнуть. У нас сейчас тепло, у нас сейчас 20, почти 19 градусов, ну, то есть нормалек. Полтора слойчика, высыхает, ДП-40 высыхает, и потом уже наносим подложку и краску. Так, наносить буду Согола Дюза 1.3, хоть попробуем его нормально, 46-00 экстрим с башкой титания. Ну, для грунта по пластику как бы вообще не важно, чем наносить, главное с некрупной подачей. Будем пробовать. Скажу так, тут по полутора слоям, как бы все с одного пошло, наливается, вообще шикарно. Я думал, он будет чуть помедленнее, хотя подачи тут и полного оборота даже нет. Оставляем так, сохнет очень быстро. Еще что мне понравилось, у многих компаний уже давно отсутствует именно как бы такой желтовато-прозрачный грунт. Он у всех с серебром. Вот эта конченая серебрянка, мне капец как не нравится. Когда начинаешь мыть пистолет, она его жутко забивает. То есть вот такие грунты, они есть у некоторых компаний, ну и блин, на рынке сейчас мало. Это, конечно, круто, что да, высыхает, сохнет, можно идти разводить грунт и по сути наваливать. Ну у нас есть спокойно, как бы 15 минут работы. Что ты тут полный комендует? Так, drying time, ну 10-20 минут при 20 градусах у нас есть. Мы спокойно разводим грунт. И еще 20, даже 25 минут, потому что 5 минут сейчас будет еще подсыхать пятнышко. У нас спокойные работы есть. Пошли ДП-40. Итак, межслойка прошла, 15 минут прошло. Мы развели ДП-40, PPG. Сейчас аккуратненько, полторашечку. То есть пол слойчика и зальем. И должна быть красота. Блин, 100 лет не работал PPG. Сейчас посчитаю даже по годам, пока буду носить, потом скажу. Пушка, просто самолет, Вася, вот это огонь! Понял.
Так, так, так. Мы продолжаем. Закатили элементы, обезжирили, посмотрели, как ДПшка растянулась. Ну, растянулась она, конечно, круто. Круто, прям вообще огонь. 100 лет 100 зим. Пусть подсыхает пока. Теперь берем троечку. Это грунт, имеющий прямую адгезию к пластику. Но работая в Забугорье, меня ребята подсадили на него как грунт по протирам. Они давно так работали, говорят, блин, всегда все было нормально. Ну, само собой, я так работал, и у меня тоже всегда все было нормально. Теперь он наконец-то в открытом нормальном доступе появился в Украине. И будем им работать на протирах. Реально тема. Тут внутри мы чуть-чуть восстанавливали герметоз. То есть тема вообще огонь. Кто смотрел мои старые видосы, видели, что я этим грунтом пользовался. Его не контуривает, не подрывает. Обязательно вот так вот надо стравливать баллон, потому что многие что-то об этом не знают. В принципе, вот этот слой, вот так вот, если 2-3 элемента висят, здесь уже можно подходить и липкой салфеткой протирать. Ну, 5-15 минут всегда работало все стабильно. Так, у нас тройка отработала, теперь берем четверку, сейчас покажу зачем. Нам нужно покрасить внутрянку, но вся она полностью не промотована, промотована чуть-чуть шире, чем вот сейчас у нас опыл грунта лежит. Четверка — это усилитель адгезии универсальный, то есть он под базу, он же под лак, можно усилить адгезию где нужно, но мы только под базу сейчас сработаем, чтобы раскидать базу. А лачок тут такое, то есть сам лачок, ну как бы он края чуть цепляет. Не обязательно под него раскидываться. Хотя можно и под него. Он полностью прозрачный, никаких проблем не будет. Он тонкий слой. По сути, это как бы растворитель. И наносить его можно, блин, куда хочешь. И насколько хочешь. Главное не провтыкать момент, что если пройдет минут 15, и мы его не используем, надо еще раз ту же самую процедуру делать. Самая неинтересная часть. Кинул я подложку, сейчас покажу просто, как идет процесс, потом накидаю базу, еще раз покажу и посмотрим через толочок, потому что одно и то же как бы смотреть не алло. Грунт с баллона отработал четко. Я просто то, что показать, что нет никаких контуров, потому что очень много комментариев идет о том, что да, грунт с баллона, его потом оконтурит, база подорвет. Никаких вопросов, пол мокрых слоя, нормально все, еще тут припылом тут мокро, дальше припыл в переход и все огонь. Здесь на базе подтер пару соринок, потому что упали, то есть никаких проблем, все нормалек. Так, мы продолжаем, базу протер липкой салфеткой, все раскидано, сейчас покажу результат.
что все нормально, ничего нигде не оконтурило, не подорвало, не вывернуло наизнанку, перехода нету. То есть все ровненько, все четенько. Баллоны работают. Баллоны именно делают вещи. Ну теперь решили 91-й лак. Выбор пал на него. 5% разбавителя, 1,3 дюза, титания башка. Им же грунт наносил, им же красил. Блин, краски жрет, просто шел лошадь. Реально, ну до хрена ушло краски, конечно. Это нужно для того, чтобы у меня там лак не сорвало, когда я буду нормально нагружать. Так, первый слой подсыхает, мусор тут есть небольшой, но это нормально, в гараже красен, все, можно. Ну, блин, даже первый слой в глянчике в таком, здесь пыльцой, все нормуль. Ну, а капот сейчас развернем, наверное, положим, потому что дыры, кратера, которые, не кратера, как они, сколы, они так не заливаются. И вокруг них будут такие потеки. Тут даже где-то уже можно наблюдать. Он как пытается сплыть, типа такого. Это мы его положим, лакернем и убежим отсюда. Так, что внутри? Внутри все, завод. Все как с завода. Thank you.
Просто пушка, Вася. Лишь бы лак охватило. Затянусь с одной стороны или нет? Работает.